Общий долг турфирмы «Нева» может увеличиться еще на несколько сотен миллионов рублей. Несколько компаний, частных лиц и банк подали заявление в арбитражный суд Петербурга и области о включении долгов перед ними в реестр требований кредиторов. Самый крупный долг у туроператора перед банком – 196 миллионов рублей. А одна кипрская компания хотела бы вернуть 238 тысяч евро. Я напомню, что «Нева» была первой в череде турфирм, приостановивших свою деятельность прошлым летом. Она задолжала кредиторам 1 миллиард 200 миллионов рублей. Директор задержан, ведется следствие.